Творческий коллектив театра «Кукол» называет этот спектакль «Разговор по душам» с детьми и родителями. По задумке создателей, постановка отрочества по произведениям Льва Толстого с помощью актерской игры и диалогов персонажей станет связующим звеном поколений, которые, возможно, разучились понимать друг друга в современном мире. Есть в нашем проекте три очень важных слова, от которых мы отталкиваемся, работая над произведением Льва Николаевича Толстого. Это мама, молоко и море. Мама дает человеку жизнь и, безусловно, является главным словом для каждого. Молоко – это то, чем питается человек на протяжении всего существования. А море – одно из самых ярких впечатлений с детства. В нетипичной для кукольного театра манере в этом спектакле меньше времени отведено работе с куклами и больше отдано актерам. В первую очередь, это сложный, большой литературный материал, который нужно было бы вынести на малую сцену театра кукол. Соответственно, отсюда пошел выбор живого плана, то есть актер работает, да, есть такое понятие «живой план». Потому что этот большой, мощный текст монологов Льва Толстого очень сложно уложить в куклу. В спектакле задействована вся труппа. Несмотря на полное взаимопонимание и комфортную творческую атмосферу, работа предстояла непростая. Ведь каждый персонаж Льва Николаевича имеет сложную судьбу и непростой характер. О, это достаточно сложная роль, роль Мими. Я гувернантка детей и в то же время любовница отца семейства. У нас с ним есть общий ребенок, это моя дочь Катенька. Я воспитываю ее вместе с детьми хозяев. Актриса Татьяна Швендык служит в театре кукол более 10 лет. За это время ей удалось сыграть множество персонажей. И именно классика – это то, что сквозь века продолжает волновать все новые и новые поколения. Мы все очень похожи, и классика, она на то и классика. Она без времени, без границ, без рамок. Не обязательно носить костюм 19 века, чтобы передать эмоцию залу. То, что происходило тогда, происходит и сейчас. Жизнь, она циклична. И поэтому, да, мы очень похожи. Спектакль «Отрочество» по произведениям Льва Толстого поставлен по пьесе молодого драматурга Ярославы Пулинович. 19 сентября состоится премьера, которая откроет новый 76-й творческий сезон Нижнетагильского театра кукол. Николай Палкин, Михаил Корзняков, Егор Игошин. Новости Тагил ТВ.